Ну и всем привет, друзья, с вами Малдер, у нас True Fear. Продолжаем играть в эту замечательную игру. Сейчас я только вспомню, что нам надо делать. Нихера не помню, подзабыл. Карандаш есть, есть какой-то рисунок, эмблема глаза и эмблема змеи. Сейчас мы с вами выясним все. Лестницу мы починили, а может быть давайте на второй этаж сразу херанем, почему бы и нет. Дверь. Куча говна какого-то. Давайте-ка мы посмотрим. О! Еще одна эмблема. Так, секунду. Это у нас эмблема змеи. Эмблема змеи. То есть одни змеи у нас сегодня. Фотография. Я помню этот снимок. Дедушка сделал его. Подождите-ка, в доме же больше никого не было. Кто же тогда стоит в окне? Мать всегда держала второй этаж закрытым. Нам было запрещено туда подниматься. Кто-то стоит действительно в окне. Мы тут подсказки никакие не пропустили. Нет, все нормально. Так что продолжаем играть дальше. Книга. Моя сестра была одержима книгами о сверхъестественных явлениях, древних ритуалах и демонах. Не то чтобы она изучала эти книги, но в доме было полно защитных амулетов разного рода. Судя по огромному их разнообразию, она не была уверена, от чего именно хотелось защищаться. Подсказка история, подсказка история. Ну-ка, секунду. Ничего бы, блядь, не пропустить, самое главное. Что-то со мной происходит, я постоянно вижу жуткую девочку. Она реальна или это кошмар? Я еще никогда не была так. Не была так напугана. Но я не могу сдаться. Так. Я абсолютно уверен, в доме есть кто-то, кроме меня. Я не сумасшедшая. Я видел, как вещи двигались, когда я зашла в комнату. И я слышала, как кто-то ходил. И вчера я видела, как оно стояло в коридоре. Я что-то нашла. Кажется, это страница из дневника моей сестры. Видела ли она ту же странную девочку, что и я? Я точно кого-то видела. Это вот точно мы уже читали. Хорошо. Тут что у нас такое? Книжка. Для чего моей сестре столько книг о магии и демонологии? Блин, паук прополз, сука. А тут нельзя ничего нам подвинуть, как бы, нет? Хорошо, закрываем. Дверка одна открытая, одна закрыта. Это что-то с той стороны не дает открыть двери. Ну-ка, погнали. Помещение. Кстати, крыши нету. Дом выглядит заброшенным, но почему свечи горят? Почему-то горят так. Дерево там. Во! О! Что это такое? Фигурка. Юная Холли, вы нашли новую фигурку для своей коллекции. Чтобы открыть свою коллекцию, чтобы увидеть собранные фигурки, изучить их историю. Так. Показывать эту моя коллекция. А, мы нашли этого самого почтальона и нашли Холли. Юная Холли, мне было 11 лет, когда умерла мать. Хизер сказала, что это я нашла тело, но я этого не помню. После этого жизнь будто остановилась, и ничто не осталось прежним. Я пыталась все исправить, починить дом, починить наши жизни. Я хотела все сделать лучше, но дверь в ее комнату оставалась закрытой. Дедушка и бабушка ссорились больше обычного. Вскоре дедушка стал жить в мастерской, а потом скончался. После этого заболела бабушка, так что нам с сестрой пришлось переехать в школу-интернат. Они оба винили друг друга в смерти нашей матери. И к чему это привело? Когда умерла бабушка, я отправилась строить свою собственную жизнь. Кто не помнит, Холли – это та бабенка, за которую мы сейчас и играем. Холли, тут что у нас за заросли? Что там, что-то запуталось. Так, надо все вот это тогда будет, наверное, нам разрезать. Больше, по всей видимости, а вот это... Да, действительно, там такое ощущение, что что-то есть. Что-то тут есть. Картинка, куча мусора. Кнопка. Или что это такое? Вот какая-то же кнопулька. Сейф. Но у нас нет ключа. Закрыто. Где же ключ? Хер его знает, где ключ. У нас что в инвентаре-то есть? Так, эмблемы, карандаш, глазик.
Все окна заколочены, бессмыслица какая-то. Кстати, мы можем сюда вот пройти, там что-то типа балкона. Нет смысла пытаться открыть, пока я не найду правильную комбинацию. Ну, ты правильно говоришь. Внизу мы вроде бы везде были. Так, стоп, это что такое? Похоже, что не хватает элемента. Может, глаз? Блин, точно, смотри-ка. Фонарик у нас есть. А что-то еще или нет? Для чего моей сестре... Так, это мы читали столько книг о демонологии. Фонарик есть. Фонарик будем светить, бляха-муха. Пойдемте сюда. Тут, по всей видимости, больше ничего и нету. Там что-то блестит среди деревьев. А что там блестит? Я что-то не вижу нихера. Красная тряпка. Ящичек. Змеи. Змеи как раз. Ну-ка, давай засовываем змей сюда. Надо крутить. Интересно, я змей-то правильно хоть поставил? Хер его знает, может, они одинаковые все. Так, стоп. А я могу их местами менять, смотри-ка. Так, это правильная змея. Это змея правильно. Вот это вот, не знаю, подойдет? Подошла. У нас осталось две змеи. Так, нет, это, наверное, надо местами поменять. Скорее всего. Ну-ка, да, все правильно. Подошла змея. И это тоже подошла. Че вот эти заебали достижения выскакивать? Значится, ящик. Это что, такое аккумулятор? Батарея. Это написано. Батарея. Вот тут что-то, кстати, светится. Комната. Опа-на. Плоскогубцы. Кусачки? Это вроде бы плоскогубцы. Зачем нам нужны кусачки? Мне понадобится гаечный ключ, чтобы снять решетку. Гаечный ключ, хорошо. Идемте тогда. Аккумулятор, нахера он нам нужен? Гаечный ключ. А тут нам больше делать-то нехера, по сути. У нас что есть? У нас есть коробочка. А, погоди-ка, вот, наверное, кусачками ее надо открыть. Точно. Гвозди вытащить. Кусачки. Какие нахрен это кусачки? Плоскогубцы обычные. $1. Сейчас на $1 даже себе конфет не купишь. Это смотря в какой стране ты живешь. Я думал, тут будет нечто более ценное. Я, если честно, думал тоже. Это что? Сухая губка. Бесполезная. Прищепка и какая-то то ли тряпка, блядь, то ли чё ли. Бесполезно. Здесь, наверное, нам больше делать-то нечего. Давайте пройдем тогда. У нас что там? Губка, аккумулятор, карандаш. Здесь что-то есть у нас? Часы. А как мы их... Нет, пока... А, погоди-ка. Ну, тут у нас какая-то история появилась. Секунду. Что за херня? Здесь решетка на окне. Если я смогу найти гаечный ключ, я смогу ее снять. История... Подсказки. А почему не с конца-то история начинается? Это мы все и читали с вами. Так. Что за кошмар? Понятно. Здесь нам, наверное, не снять. Здесь брать нечего. Диван. Бля, куда я ушел-то? Там что-то на диван показывало. Очень грязно. Не похоже, что тут кто-то недавно жил. Не похоже. Телек. Так, а мы этот ящик-то открыли? В телеке вроде бы ничего нету. Тогда идемте дальше. Давайте сходим на кухню сюда. О, блядь, смотри-ка.
Мне померещилась или ручка шевелится? Не, смотри, шевелится. Ручка-то шевелится, охереть не встать. Фонарик, 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 фонарик. А у нас... Ну-ка, у нас есть аккумулятор. И чего? И чего тут стойка нахуй? Так, пароль. Пароль это ко второму этажу. К секретору, блядь, эта херь это называется. Ну-ка, давайте сразу... Подожди, у меня в книжке-то она отметилась? Да, в книжке отметилась. Тогда... А, здесь даже он подписан. Здесь надо выбрать нам... Чего? А, надо нажимать в определенном порядке. Раз... Два, три, четыре, пять. Открыли. Что-то тут надо будет делать. Нефертити. Письмо. Конверт. Так, конверт. Что-то еще он тут. Тут можно безопасно сжечь что-нибудь. Сжечь что-нибудь. Так, это у нас ножик? Нет, это пилка. Пилка, пилка. Блять, мышь, нахуй. Мышь спит, сука, летучая. Чего тут еще-то у нас есть? Сжечь что-нибудь. А что сжечь-то? Маска. Машина. Это чего? Я просто за... А, еще что-то. Открывашка. Что-то еще там лежит. А больше тут нету ничего интересного. Вот ящик кого-то выдвигается же. Колокольчики пропали. Колокольчики пропали. Сюда можно поставить гирю. Но у меня тут нет ничего. Никаких гирь, блин. Никаких гирь. И вот что-то еще. Мне нужно найти ключ. Открывашка. А для чего нам открывашка нужна? Ящик без ручки. Надо чем-то поддеть. А может, пилкой? Все, точно, смотри-ка. Подделимый ящичек. Гирька. Гирька, гирька, гирька грузила. Сюда. Так, это что там у нас появилось? Это спички. Письмо. Наверное, правильно, я думаю? Правильно. А что там в письме-то появится? Так. Вода поможет остудить ключ. А бутылка? Тут понадобится открывашка. Вот же у меня открывашка. Блин, самые лучшие вот эти открывашки были в Советском Союзе. Сейчас какую-то херню, блядь, продают. Три банки открываешь и пиздец. Вода, давайте-ка. Ну почему так? Тут сразу нельзя, что ли, херан? А там что-то он еще под бутылкой-то лежит, смотри-ка. Вот это что такое? Ключ. А ключ-то от ящика наверняка вот от этого. Ну и все. Что здесь у нас есть? Это что такое? Колокольчик. Колокольчик нам куда-то сейчас надо... Припиздячит. Это Чапаев, что ли? Чапаев, блядь, на картинке. Мне нужен только небольшой кусок веревки. Небольшой кусок веревки. А куда нам нужен был колокольчик? Ты что-то подзабыл. Колокольчик, динь-динь-динь. А, в часы, наверное. Это, блядь, это же от будильника. Мышь очнулась. Ох, ты тебя за... Залихорадило. Там что-то есть, кстати. Ножницы. Ножницы, это, наверное, нам надо веревку отрезать. Правильно я понимаю? Эй, бери ножницы. Да. Отрезали веревку. Это может быть полезно. А почему? А что, всю веревку-то никак взять? Веревка. Нахрена нам веревка? Веревка. Так, веревка. Фонарик, карандаш, губка. Стоп, веревка. У нас веник на первом этаже был.
веник на первом... Вот же. Веник. Его сейчас свяжем, и получится у нас козырный веник. Берем веник. А что вот им надо было делать? Я вот что-то нихера не помню. Не думаю, что я обыскал весь дом. Что-то им надо... сделать. А чего? Чего-то надо. Чего-то надо. Хорошо, на кухню мы пришли. На кухню мы пришли. Это что такое? А, это у нас это самое. Шкатулочка. Губка. Губка. Может, губку-то намочить надо? Вода тут есть, интересно знать. Так, я читал это мы читали. Ящики все... А, веник. У нас... Подожди. У нас же в холодосе... Ну-ка, посмотрим, губку-то мы можем намочить? Да, губку. Сухая губка. Ну, понятное дело, что губка должна быть сырая. Теперь не сухая губка. Ну-ка, а погоди-ка, там внутри-то нет ничего? В холодосе паутина же была. Ну-ка. Вот. Ее не веником случайно? Я что-то, блядь, припоминаю. Да, веником мы убрали. И чего мы нашли? Мы нашли отвертку. Отвертку. А какая отвертка-то? Обычная? Плоская? Отвертку. Отвертка нам пригодится вот здесь вот. В часах. Нам, чтобы достать ключ разводной, надо открутить. Так, что нахуй? Это не та отвертка? Это не та отвертка. Ладно, у нас... У нас что-то и нету нихера, по большому счету-то. А может быть... Здесь что-то... Здесь... Ну нет, какой-то тут надо символ найти. Шкаф, тут картин явно каких-то не хватает. А чё шкаф-то у нас? Я не хочу ничего ломать в доме моей сестры. А это что заебало тут? Замок. Замок заржавел и не сдвигается с места. Хорошо. А здесь у нас... Здесь у нас замок. Еще один. А на улицу мы можем выйти? Вот здесь отвертка-то нужна. Ну-ка. Вот же, плоские винты-то. Под плоскую отвертку. Все. То есть мы туда можем пройти. Замечательно. Тут кровь. Может, губкой надо, наверное, помыть? Ёпты. Нет, губка тут не поможет. Губка не... Ну-ка, стоп. Стоп. А если мы губкой-то окно протрем? Что за хуйня? Почему? А может... А, во! Работает. Губкой протерли окно. И чего тут такое? Тарелка. Тарелка, блядь. Ну-ка, в книге что написано? Я думаю, эти числа являются... А, так, блядь, там... Там какие-то числа написаны. 17, я их и не заметил. Тарелка. Чайник он какой-то стоит. 1723. Это пароль. 1723 к этому замку. Так, 8... 1... 17... И 20... Так, 23... Есть, замок мы открыли. Что внутри? Вон ключик какой-то видно сразу. Нет, это не ключик, это знаете что? Стрелки от часов. Ну, блин, мы часы-то еще не открыли. Пылесос. Пылесос, паутина. Что это за херня? Я не могу это открыть своими руками. Судя по всему, тут винты. Ну-ка. Да, у нас... А, вот. Отвертка не исчезла. Да почему ты все сразу-то не хочешь отворачивать?
Понятно, что все четыре надо отвернуть-то. Пылесос. Высыпалось говно, все. Нет, прикиньте, блядь, чтобы мусор высыпать, надо отверткой, блядь, раскрутить какую-то крышку в пылесосе. Что-то лежит. Карета. Карета. А нахера она нам? Ну тут вроде бы ничего нету, только нам вопрос решить с этим холодильником, морозильной камерой. Пойдемте на улицу сходим. На улицу сходим. Вот какие-то кусачки сразу вижу. А, садовые ножницы. Это на втором этаже растения разрезать мы будем. Наверняка. Картинка. Картинка. Давайте-ка мы разложим по сторонам. Сейчас мы ее соберем. Это сюда у нас идет. Так, это сюда. Это у нас сюда куда-то должно идти. Блин, они что-то за экран-то не выходят. Сюда. Это сюда. Здесь. Так, у нас же есть кусочек какого-то. Какой-то картинки. Ну, наверняка это он и есть. Луна. Ну, это легкая картинка тут. Дитё соберет. Погоди-ка, блядь. И затупил сразу на. Так. И у нас еще есть кусочек. Где он у нас? Вот. Что за херня? А. Картинка. Картинка. Ну-ка, почитаем, что там написано. Картинка была разорвана. Хорошо, что я смогла собрать ее. Почти как детский рисунок, но немного странный. Немного странный. Ну ладно, это мы потом. А мы там ничего не пропустили, кстати сказать. Это подсказки мы открыли, да? История. Да почему-то, блядь, не с конца-то история-то нажимается. Так, это дверь. Это здесь подсказки. Подсказки нам не нужны. Говно какое-то очередное тут валяется. Подушка. Не знаю чего. Пуфик какой-то. Так, это что такое? Это бензин для зажигалок. Что-то я еще взял, что ли? Или это я убрал? Тряпка. Подушка. А что я делаю-то? Хуй знает, что я делаю. Опа! А, веревка. Я что-то нажимаю, нажимаю, тут что-то появляется, что-то исчезает. Ну, все вроде бы, да? Это не замок? Нет. Не замок. Идемте сюда тогда. Мне понадобится инструмент, чтобы убрать эти листья. Блин, какой тебе инструмент понадобится? Ногой он сбила, да и все. Или руками разгребла. А у нас веник-то. Блин, а веник-то исчез, черт. Инструмент. Инструмент. А как выйти отсюда? Так я не могу выйти, что ли, отсюда, пока не уберу? Или нет, могу. Могу. Так, это наша Холли. И за ней кто-то смотрит. Из темноты. Колодец. Колодец. Там бинокль, что ли, висит? Опа, что-то тут еще есть. Слишком темно, чтобы разглядеть, что там. А у меня есть фонарик, между прочим. Так, фонарик и... Что это? Это же любимое кольцо Хизер. Не могу достать. А он ключ какой-то. Ключ от часов. Ключ от часов, по всей видимости, который их заводит. Ну, не открывает же. Там вроде бы, чтобы открыть часы-то, крестовая отвертка нужна. Кольцо достать. А чем мы можем его достать? Стрелкой-то вряд ли. Бинокль. Бинокль, действительно, бинокль висит. Записка.
Шелест листьев почти заставляет меня забыть о том, что я здесь. И интересно, как остальные могут жить своей жизнью, просто наслаждаясь ей. И интересно, как там Холли. Мне так жаль Хизер. Ей было здесь так одиноко. Так, жаль Хизер. А что у нас тут за херобора? Будь у меня ведро, я могла бы его опустить туда. Ведро! Ведро лежит у нас в этой самой, как ее? В морозилке. Лучше вернуться в дом. Чё-чё? Ручку еще надо найти. Ручки не хватает. Ручки не хватает. Хорошо. Значит, какую-то хрень надо. Может быть, нож? Для того, чтобы достать кольцо. Веник нужен еще один. Веник. Стоять. Идемте тогда к часам. Сначала сходим. Ну нет, я не думаю, что... Так, я не думаю, что мы их откроем с помощью этого ключа. Хотя хер знает. Все возможно. Чайник у нас не работает? Нет, не работает. А вот это там, что-то торчит, записочка какая-то. Нет, тут ничего. Никаких действий у нас здесь нет. Тут шкатулка, правда, лежит. Шкатулка. Так, пароль нам больше не нужен. Ну, все, идемте к часам. К часам. Вот это, ну не... Нет, оно, смотрите-ка. Поворачиваем, откроем, берем, открываем, берем ключ. Ставим стрелку. Ставим стрелку. Надо на какое-то время, что ли, определенное. Часы остановились. Время, которое я установлю, останется таким навсегда. Чуть-чуть еще там было написано. Наверное, я должна установить то, которое что-то значит. Ну, это дураку понятно, блять. А какое время-то? Должно. Должны мы установить. И где это нам прочесть? Все, идем на второй этаж. Там у нас растение ждет. Вот, ножницы. Да, все правильно. Ножницы. Тут, блин, с нескольких сторон надо все обрезать. Вот, это что такое? Ручка от колодца. Ручку от колодца мы нашли. А тут больше нет ничего. Нечего взять-то. Тогда у нас есть гаечный ключ. Стоять, гаечный ключ-то у нас как раз нужен вот здесь, вот опять же. Ну-ка, давай-ка. Применить. Да, все правильно. Решетку снимаем. Гаечный ключ. Я в свое время, блин, мне так нравилось играть в эти игрушки. Очень жалко, что жанр умер как таковой. Мало выпускают подобных игр. И это печально. Вот просто вот так вот сесть на расслабоне, действительно, поиграть, поразгадывать какие-то загадочки. Ну, надоело тебе играть в эту игрушку, ну, выключил ты ее к черту и все. Там, включил через 2 часа, допустим, еще раз. Так, начал с этого же места. Пятновыводитель. Тут розетка ж. Что? Так, что ты там? Ваня... Затычка, фен. Похоже, не работает, но он сухой. Я могу попробовать его починить. Надо поискать инструкцию. Инструкцию? Какая нахуй инструкция, блядь? В инструкции разве сейчас пишут, как чинить фены? Это я помню, к советским телевизорам раньше было, блядь. Такой талмуд давали, там с полной электросхемой. Наверное, ребенок починит. Вместе с инструкцией шла схема обязательно. К электроприборам. Я вот не помню, правда, ко всем или не ко всем. Но к телеку точно было. Так, зажигалка. У нас есть бензин. У нас есть бензин для зажигалки. Так, что зажигалка? Письмо какое-то. Оно больше не прячется. Что-то стояло в углу гостиной, наблюдало за мной. Мне не хватило духу включить свет, и я просто убежала на второй этаж. Оно последовало за мной. Я слышала скрип ступенек за спиной, но не посмела обернуться.
Я нашла страницу из дневника сестры. Блять, я вспомнил, звонок, господи, нахуй. Я в прошлой серии говорил, кого мне это из какого-то фильма девчонка-то вот этот напоминает. Точно, блять, звонок же. Такая же была, из колодца вылезала. Кстати, колодец-то мы сейчас были как раз. Рядом с колодцем. Кран. Ручка. На крышке не хватает кареты. Кареты, блядь. Какой нахуй кареты? Ну, тут, кстати, что-то еще есть. Так, рыба. Спички. Берем. Расческа. Луп. Свечка. Свечка. Зачем нам это надо? Может, объединить? Нет. Мыло присохло к мыльнице. Мыло присохло к мыльнице. Кстати, в мыле бритва, что ли, торчит? Что это, блядь, за клуб самоубийц? А, ящик-то открывается еще. Отпечаток пальца. Так, а что это за херня? Слишком темно. У меня есть свечка. У меня есть свечка. У меня есть спички. Так, что тут такое? Что-то лежит. Изолента. Изолента, какой-то рычажок. Так. Это что? Нужно сначала починить трубу, прежде чем включить воду. Блять, дай угадаю. Сука. Жалко, блять, не синяя. Обычно синей изолентой можно абсолютно все починить. А это что за канистра? Так. Это ж... А, вот еще что-то. Там что такое? Вертушок. Вентиль от крана. А, тут ни одного-то не хватает как раз. Пробка. Какой-то хер. Вентиль пропал. У нас есть вентиль. Так, надо заткнуть, наверное. А, подожди. Нам надо мыло растворить. И бриту мы бы взяли. И бриту-то мы бы взяли. Включай экран-то, ты что ты? Так, воду включили. Воду... Мыло присохло к мыльнице. А как ее достать-то? У нас инструмента вроде нет никакого. Это что такое? Это ничего. Бумага сральная. Бумага сральная, но толчка я поблизости почему-то не вижу. Ванна есть. Толчка нет. Оп. Шпатель. Может быть так? Да, мыло присохшее мы с вами взяли. В воду кунаем его. В воду окунули. Странно, мыло выглядит так, будто внутри что-то есть. Да понятно, что что... Так, погоди-ка, как мне его... Как мне его взять теперь? Мыло выглядит так, что кого-то внутри что-то есть. Но у меня больше нету ни хрена. Может, здесь что-то? Нет. Что за херня? Что-то есть. А как мне мыло-то подобрать? Бери. Почему ты... Не хочет она мыло брать. Странно. А тут больше нет ничего. Что за херня? Может, было надо горячую воду-то включить? Но тут такой нету. Что это такое? Там внутри, может, я что забыл? Да как забыл? Не забыл бы я ничего. А выйти? Выйти я могу. Выйти я могу... О, блядь, карета же у нас, подожди-ка. Что тут надо-то? Карета, вот же карета-то. Я что-то затупил. Карета, у нас есть рисуночек. Подсказка. У нас есть рисуночек. Звезды, луну. Ага, и карету надо расположить определенным способом. Звезды. Так.
Так, а дальше забыл. А, не так. Это на самом верху. Это здесь. Это здесь, а это здесь. Так, что ли? Ну да, звезды все правильно. Луна. Луна здесь. Карета здесь. Так, а карета у нас где? Здесь? Здесь? Все, правильно. Так, звезда, жуткий медальон. Звезда, это у нас от ручки. От ручки на первом этаже. Слушайте, ну засада, между прочим, тут произошла. А что мне с мылом-то делать? У нас что-нибудь взять, может, как-то его? Пятновыводитель, жуткий медальон. Жуткий медальон. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но это на ванну показывается. Нам тут что-то, блядь, делать-то не... Вот тут что-то надо разглядеть нам. А чего? Рыба. Клешня чья-то. Как-то надо подобрать его, а как? Ух ты! Че это? Магнит! Ебучий ты случай. То есть, а руками-то никак ты бритву-то не возьмешь? Бритва. Вот, наверное, надо вот эту веревку разрезать. Точно. Веревку разрезали. Что мы там видим? Пинцет. Это может быть полезно. Хорошо. А все, здесь нам делать нехера. Почему, блядь, на ванну это самое? Я на стену смотрю, а мне показывают ванну потом. Ладно, 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 ладно. Комнатушка. Ни хера себе, блядь, кто-то пролез. Такие же разломы я видел в Resident Evil втором ремейке. Там только здоровый, блядь, ходил сквозь стены. Ладно. На кровати кто-то лежит. Это отлично. Сначала почитаем, наверное. Оно пытается войти в комнату. Я видела, как ручка двери двигалась. Мне страшно выйти. Пожалуйста, помогите мне. Я нашла эту страницу из дневника сестры. Она определенно писала это в спешке. Она была напугана кем-то или чем-то, что пыталась попасть в ее комнату. Неужели она сошла с ума здесь? А что-то еще у нас там было, кстати сказать. Ну-ка, погоди-ка. Эх. История? Ага, у нас история появилась здесь какая-то. Вот. Моя сестра была напугана до смерти. Она навесила кучу замков на дверь в подвал и заперлась в спальне. Но что-то смогло пробраться к ней. Фигурка, кстати, юная Хизер. Моя коллекция. Ну-ка, почитаем за юную Хизер. Моя маленькая сестра Хизер. Я слышала, что у близнецов есть особая связь. Но мы были очень разными. Хизер была открыта миру и чувствам. Она всегда была такой, непосредственной. Это была ее идея прокрасться на второй этаж. Была ли это ее любознательность или ей просто хотелось перечить матери? Я знала, ей нравилось, когда мать расстраивалась, если она проводила время в доме. Лаудиус. В доме Лаудиус. Но он был восхитительным. Ну, то есть дом, я как понимаю. Она покинула город, как только получила такую возможность, и практически ни разу не приезжала домой. Затем ее стали посещать навязчивые идеи о смерти матери, о конспирации. И конспирации. Последний раз, когда я видела Хизер, она назвала меня предателем за то, что я ей не помогла. Но это... Это не я уехала из дома, оставив нашу бабушку. Зато теперь у меня есть хорошая работа и замечательный парень. То, что могло быть у нее. То есть Хизер свалила из дома. Сюда. Это она, наверное, лежит. Я что-то, блядь, никак не припомню. Ох, блядь. А чё? Ох, ёпта. Кукла. Кукла какая-то странная. Ключ у нас есть. Ключ от чего? Ключ от сейфа. А где? Сейф есть на втором этаже. Сейф сейчас мы ломанем. Надеюсь, вы спали хорошо. А мне точно будут сниться кошмары. Сказала Холли.
Ну что, давайте остановимся на этом моменте, продолжим в ближайшее время. Сюжетик-то такой интересный. Вырисовывается, так сказать. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И всем пока.